Здравствуйте, мои дорогие друзья! В воздухе так тепло, чувствуется совершенно весна. Весна, летают голуби, чирикают птицы. В общем, совершенно весеннее настроение. А я, будучи, живя в центре столицы, хочу вам, считаю своей обязанностью, рассказывать вам о том, что происходит у нас интересного. Ну и в том числе, например, у нас очень интересное. Я была на очень интересном концерте в гараже в парке Горького. И обязательно вам расскажу об этом. Но я была... Вообще, мне такие насыщенные были дни. Я была много где, поэтому и пропадала из интернета. Я была и смотрела художника... своего любимого Поленова картины в Третьяковской галерее, которая тоже расположена недалеко. Я обязательно вам об этом сделаю небольшой обзор. И, конечно, бываю в своих любимых театрах, в своей любимой Геликон-опере. Ну, так вкратце обязательно расскажу. Ну, а сегодня хочу вам поздравить... Ну, я не знаю, наступление весны будет... еще не так скоро, где-то через неделю, но мне кажется, уже вовсю чувствуется это. Настолько весна. Пожелаю вам такого весеннего настроения, потому что в воздухе так уже пахнет весной, такое небо, солнце. А сегодня буду рассказывать про очень интересный концерт. Хочу вам сказать несколько слов про выставку. В прошлый раз, когда мы были на блошиной выставке, аукциона не было. И поэтому мы не смогли... Ну, я все равно там сняла, и я вам обязательно все это выложу, покажу. Но... аукциона не было, а аукцион будет в это воскресенье, в 2 часа. Поэтому я, конечно, там не смогу быть, но кто хочет, пожалуйста, приезжайте. Будет очень интересно. А потом поделитесь с нами с тем, что понравилось вам, не понравился аукцион, что вы там интересного увидели, что интересного купили. Ну, в общем, обязательно увидимся. Пока-пока. Здравствуйте, дорогие друзья. Недавно я была на замечательном концерте пара-оркестра, проходившем в гараже в парке культуры. Музей современного искусства «Гараж» – место, где встречаются люди, идеи и искусство, чтобы создавать историю. Первоначально музей размещался в знаменитом здании Бахметьевского автобусного гаража в Москве, в честь которого он и получил свое название. Но в июне 2015 года гараж открыл для посетителей двери своего первого постоянного дома на территории парка культуры. Здесь проходят образовательные курсы и тренинги, лекции и репетиции. А также здесь разместилась первая в России публичная библиотека по современному искусству. Кстати, здесь делается акцент на выставках, вовлекающих зрителей в процесс творческого взаимодействия. Сейчас вы увидите и услышите первый в мире ансамбль с участием профессиональных музыкантов с инвалидностью и без. Участники британского пара-оркестра представляют самобытный и слаженный инструментальный ансамбль. В их программе классика и современная музыка. Они играют как на традиционных, так и на электронных инструментах под управлением дирижера Чарльза Хейдлвуда. Участники нового поколения органично смотрятся как на рок-фестивалях, так и в пространстве классического концертного зала, что вызывает интерес у самой разнообразной публики. Come on.
концерт, который вы сейчас увидите и услышите, называется «Анатомия оркестра. Рефракции и абстракции». И это необычный концерт. Он сочетает в себе элементы инсталляции и концерта. Участники расположены не вместе, как мы привыкли, а в отдельности. И зрители могут перемещаться между исполнителями. От чего будет меняться и громкость музыки. Одни инструменты, которые находятся ближе к вас, будут звучать громче, другие, которые дальше от вас, будут звучать тише, и вы сможете по собственному желанию создавать свой собственный звуковой ряд.